За май 750 громадських інспекторів по охові праці до обласного етапу дійшли 14. У кожного шматгодовий опыт і недрінні веди по створенні безпечних умов на витворчості. Але тепер це необхідно доказати ще і перед членами комісії. Теоретичне споборництво вирішили провести на базі спеціалізованого центру повышення кваліфікації «Буд ефективність». Менавіта тут повышають свій узровень усі працівники галіни, від керівників до спеціалістів, а тому опыт проведення іспитів великий. Достатньо сказати, що только за прошлый год в Центре повышения квалификации прошли обучение более 2000 человек. Это проектировщики, мастера, прорабы, главные инженеры, руководители, управляющие проектами, сметчики и другие специалисты. Правда, для громадских инспекторов задание не самое складанное. У речи на вытворчестве они за безпеку працы непосредственно не отказывают. Это, перш за все, доброохотные помощники инженерно-технических работников. Хоть продемонстрировать свои веды на практике все-таки пришлось. Для проведения практичной частки выбрали один из объектов Гомельского дома будовничного комбината. На этом предприятии порушение правил аховы працы практически николи не регистрируется, але на нескольких один традицию вырашили изменить. Это один из тех нешматликих выпадков, когда порушение на будовничном ниже пляцовцы зроблены наумисно, специально для удельников областного конкурса на звание «Лепший громадский инспектор по охове працы». Одразу после завершения практичных занятков все порушения, зауваженные и незауваженные, будут ликвидованы. Для удельников конкурса организаторы зробили на объекте 15 порушений у правил техники безопасности. Переважно большинство удельников с заданием мониторингу стану оховой працы справился поспехово, причем шукали настолько настойливо, что без уваги не засталась ни одна дробись. Коли у справи оховой працы дробези бывают у вогули. Сёлета в будовничном комплексе Гомельской области уже загинули 2 человеки. Летость таких выпадков не было. Самовольно вскрыл подстанцию и в результате от удара электрического тока погиб. Это вообще уму непостижимо. Хотя в инструкции по охране труда его четко прописано, что он должен быть на рабочем своем месте, в защитных средствах индивидуальной защиты, выполнять свою работу и распоряжение своих начальников. Переможцей першого обласного конкурсу громадських інспекторів праці стала одна жінка-удільниця Інна Тавостова зі Світлогорська. По основному роді занятків – інженер витворчо-технічного відділу будівничого управління номер 257. Олег Сінтюров, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель».